Народ, всем пламенный привет! Приветствую вас на канале Family Van из жаркой солнечной Флориды, город Нейплс. Я обещал, я вам в прошлой части показывал машины до 30 тысяч долларов, в районе 30, для тех, кто недавно приехал, для тех, кто ищет себе какие-то там машины, такие не очень дорогие, это прежде всего для тех, кто уже сейчас здесь находится. И в общем и целом там я давал всевозможные свои там советы, какие смог дать. Итак, ребята, сегодня смотрим, я обещал показать Lexus Mercedes. Что там, Lexus Mercedes и два Porsche там стоят. Траверсы хотите посмотреть, вот этот вот, сколько стоит? Ну давайте начну с траверсы. Я быстренько начну с траверсы, потом вам Lexus Mercedes. Чем хорош Chevrolet Traverse, ребята? Мне эта машина, ну честно, внешне не заходит. Но это очень функциональный автомобиль, плюс это местный автопром, который очень ремонтопригодный, очень дешевый в обслуживании. И самое главное, у него куча места. У него очень неплохой третий ряд. Здесь, смотрите, диван. 19-й год, LS-версия. 2WD, 3.6 и 23 тысячи долларов. 23 тысячи долларов, понимаете? Это машина, которая, в принципе, ну... Да, пробег у нее 76 тысяч. Вот она здесь 75 показывает, там на ценнике 76. Но, блин, это, понимаете, это такая жига. Как бы доступный автомобиль. Приехали, купили, что-то сломалось, да хрен с ним заменились. Что бы не сломалось. Да, скорее всего, еще CarMax, он же и гарантию дает еще на 30 дней первые вам. Так, ладно, обещал показывать вам сегодня... японско-немецкий, американский автопром. Два Porsche. Но это для пижонов. Просто для тех, кому как бы охота все-таки купить себе Porsche. 16-й год, Cayenne S. 34 тысячи. Пробег 4WD, 3.6 и 37 тысяч долларов цена. 37 тысяч долларов цена. Тут что-то непонятное вылезло. Ну, салон такой, такой себе. Ну, на самом деле, ничего страшного, захимчистить там, сделать. И, ну, для тех, кому прям край как нужен Porsche, вот вам 37 тысяч долларов. Не надо никаких аукционов, просто взяли и все. Ну, вы знаете, с ними можно еще поторговаться, я уверен, не самый ликвид по вариантам, хотя... Страны Латинской Америки очень часто скупают все это. Вы думаете, только наши страны, там, да, СНГ, там, Украина, Россия, то есть, ну, не только туда покупают машины, еще основной поток идет в страны Латинской Америки сюда. 20-20 Macan S, 38 тысяч и 52 тысячи цена. Ну, давайте глянем. Дверь такая тяжелая. Ну... Что могу сказать? Могу сказать, состояние у него, ну, я имею в виду по внешности и так далее, на четверку. Машина не мытая, не чищенная, не подготовленная, просто как есть. 52 тысячи. Ну, не знаю. Я видел и получше состояние автомобилей. Я в плане Макана. Ну, они, с другой стороны, вот видите, как мусор был, как они забрали у клиента, никто вообще не запаривается. 38 тысяч, может, пробег небольшой. Она еще, скорее всего, гарантийная машина. Она еще на гарантии в любом Porsche центре. Но надо смотреть документы, надо смотреть ее историю. И тогда уже принимать решение, брать, не брать. Ее марафетить, не марафетить. Так, это у нас ряд NX стоит. Ну, давайте глянем, что у нас, какие тут варианты по NX. Ребят, я в прошлое видео, вот одно видео назад, посмотрите, я показываю равчики, не буду повторять, там он гибридный равчик, рассказывал, почему, что стоит, что не стоит. Тут уже не будем, короче, я не буду повторять все эти вопросы. NX300, это у нас NX300 и NX300, это все у нас 300-е стоят, это F-Sport. Так, ну что... Давайте тогда начнем с этого. Смотрим. 20-й год, NXF Sport, 40К пробег, 40 тысяч 2 литра и 32 тысячи ценник.
Ну, слушайте, ну салон не воняет, все на местах, ничего не расцарапано. Очень приличное состояние NX. 2 литра двигатель, 20-й год, вполне себе. Есть он, люк даже. Так, это у нас, ребят, все то же самое. Вот это вот тут два разных цвета. Этот у нас на красном салоне. 19-й год, 28 тысяч, 2 литра и 31 тысяча долларов цена. Кольцо было на руке явно, поцарапанный руль. Машина воняет сыростью, возможно, что-либо дождь заливался, не знаю. Топливник, ну, топливник вряд ли они будут принимать. Сама площадка, она, конечно, не бог весть как, но проверяет, но это ответственность, если они сдали машину. Поэтому, ну, возможно, что просто где-то влага попала, машина постояла. Ну, цена соответствующая тоже. F-Sport NX. Еще один белый. Вот 20-й год, 26 тысяч. И смотрите, 37 тысяч сразу, да? 37 тысяч. Ну, я уверен, что состояние здесь будет лучше. Ну, не лучше состояние. Тут вся вон как что-то там падало, еда, все это, короче. Ну, это, ребята, я всегда вам говорю, что смотрите, что я показываю, пожалуйста. Даже если вы не собрались сейчас покупать, а хотите где-то купить, да? Мне без разницы, купите вы здесь или машину или нет, это не мои вопросы. Мне с этого ни тепло, ни холодно. Но я показываю, когда вам продают эти Lexus там в полцены, что если вот здесь они вот в таком состоянии стоят столько-то, то что вы говорите? Можно найти дешевле, можно 100% найти дешевле, но не в два раза, ребят, ну точно не в два. Так, у нас вот стоит еще RX предыдущий. Новых, как вы видите, вообще нет. Вообще ни одного RX нового нет. Они раскупаются на внутреннем рынке достаточно хорошо. Это у нас RX, причем RX моноприводный. А, смотрите, 20-й год, 15 тысяч, 2 ВД, 3,5 литра, 42 тысячи долларов. 42 тысячи долларов. Шикарное состояние, реально. Абсолютно. Вот кто находится, ну вот немножечко там это ободрано, это там совсем чуть, но можно заменить всегда эту рукоятку, она скручивается, новая есть. Классный салон. Ну, тут даже видите стартер, пускач оставили. Так. Ну и GX, ребята, GX, кто ждет сейчас выхода нового, обращайтесь. Инстаграм USFMVans, телеграм-канал USFMVans, туда выкладываю все последние новости, помогаю купить машины, то есть там у нас компания, которая есть специалистство во многих странах, в Казахстане, конечно же, поэтому обращайтесь, будем, в общем, находить и все вопросы решать, то есть без проблем. Если мы говорим про то, что вам понадобится вдруг машина на... О, это редкий салон, кстати, гранатовый. Это именно не красный черный, это именно гранатовый салон. Очень часто люди ищут. Пилатус полетел. Смотрите, на гранатовом салоне, да еще и вставки здесь у нас такие деревянные. Ух, огонь. Бархатные тяги, да, как некоторые говорят. 21 тысяча пробега, 4,6. 20-й год и 48 тысяч цена. 48 тысяч, будет еще сбор $400, а так можно эту машину забрать и купить на эту. Кстати, машина свеженько внутри смотрится. Ну, такое очень, в принципе, нарядное авто. Так, ну что, погнали по амурзикам. Mercedes-Benz, простите. Так. GLC. Ну, тонированный в хлам, нету чека, не будем тратить время. Кто-то что-то забыл, оставил. Давайте посмотрим. GLC 300. Вот еще один GLC 300. Это, кстати, даже золотистый цвет, даже не фоматик. Это обыкновенный. Это у нас 2 ВД. Да. 68 тысяч пробег, 20-й год. GLC 300 и 29 тысяч цена. По этой цене его можно забрать отсюда. Из автосалона, ну, плюс $400. Руль уже устал совсем. Сколько они говорят, что он прошел? 68 тысяч. Ну... Тут два варианта. Либо было кольцо такое размером, знаете, с хоккейной шайбой. Машина прокурена.
сиденье разорвано, сделано и снова разорвано. А, музыка обыкновенная, только подогрев. Но при этом, смотрите, 20-й год. Ну, ее шаманить надо, если как бы себе вести. Можно ее привести в порядок, безусловно. Ну, не знаю. Мне кажется, проще купить уже посвежее автомобиль. Хотя цена хорошая. Так, это у нас GLE. И GLE вон там стоит свеженький. Так. GLE 350 монопривод. Florida Style. Всегда в Мерседесе, всегда, не знаю почему, даже в моем, когда он постоит на солнце, у него запах какого-то клея. Не знаю почему, но вот это прям такой, он, знаете, он стандартный запах во всех практически. Ну, я 99% машин с этим запахом встречал. Кстати, машина в хорошем состоянии, по крайней мере, по салонам. 17-й год, 350 и 23 тысячи. 23 тысячи пробег, ну, похоже, кстати. 34 тысячи. Надо смотреть на историю. Ребята, всегда смотрите на историю. Мне некоторые спрашивают, а что, в Америке тоже скручивают пробеги? Ребята, да, конечно, скручивают. Весь Нью-Йорк он скручивает. Нью-йоркеры, кто живут, не дадут соврать. Большинство, особенно Mercedes, BMW, скручивают. В силу разных причин. Некоторые по лизу кто берет, скручивает, чтобы не переплачивать за лизинг. Там кто-то еще что-то. Ну, короче, смотрите историю. Если машина исправно обслуживалась, то, как бы, скорее всего, с ней все хорошо. Если у нее есть пробелы в обслуживании там в течение 2 лет, ну, это такое себе. Так, 22-й год. 350. 2 ВД, 38 тысяч пробег, 2 литра, естественно, 53 тысячи. 53 тысячи, 53 тысячи. Ну. Бармерстер, музыка стоит, вентиляция, подогревы, короче, ну, в целом. В целом, такая машина, знаете, ну, я не могу сказать, что у нее какое-то не такое состояние. Руль нормальный, то есть все, этот, гарантия на нее 30 дней у вас есть, вы что, можете обменять ее и вернуть, если вы проехали не больше 1500, то есть, ну, как бы. Ценник неплохой. В целом не могу ничего сказать плохого, но цвет интересный, AMG обвес у нее, видите, такой. Так, полноприводный GLS 450, серебро. Так, что там у нас с вами? У нас с вами диван сзади. Даже аптечка сохранилась. Кстати, все, что собственник оставляет, все сохраняется. Они ничего не вытаскивают, вообще плевать просто. Ну нет, в принципе, все нормально, все хорошо. И переднее сиденье. Руль живой. Здесь в целом тоже, это просто грязь, я так понимаю. Ну такая зачуханенная немножко машинка, но так все живое. Не ушатанная, не уставшая. 19-й год, 450, 38 тысяч пробег, цена $46 тысяч. Вот $46 тысяч. Неплохо для того, кому нужен край GLS. Серебристый на черном, чего бы и нет. Так, Quick 60-й. Давайте глянем, что у нас Quick 60 здесь. Quick 60, новый, конечно, бомбезный. Вы, кстати, в курсе, да, что у них теперь, я уже показывал, делал обзор, у них теперь все идут на 3,5 и без вариатора, на чистом автомате. Здесь третий ряд, ну, смотрите, да, вот машину продают, вот это, видите, все, все ваксано, все заляпано, блин, капут просто. 20-й год, Quick Lux, $37 тысяч. 16 тысяч всего пробег, кстати. 16 тысяч. Ну, слушайте, ну. Ой, бля. Ну, я понимаю, что мне кто-то скажет, да что тут страшного, захимчистил и все. Да, я согласен, ну, не знаю. Я просто так всегда бережно отношусь к машине, что вот для меня вот это все, ну, это просто нонсенс. Ну, мне кажется, ну, я не знаю. И мне кажется, что машина... Тут вообще, тут просто. Видите?
Господи, что с ней делали, я не знаю. Ну тут прям как будто и ногами, и руками, я не знаю, в грязи, фу. Прям, жесть. Многие говорят, в Америке так плохо относятся к машинам. Ребята, в Америке плохо относятся к машинам тогда, когда сдают их на CarMax. Ну не буду я свою хорошую машину сдавать на CarMax, если меня, конечно, ну, бывает совсем прям прижало. Тогда может быть, конечно, а так. О, XT6. Старичок. Старичок, знаете почему? Потому что один из самых олдскульных автомобилей. Автомобиль для олдскульных ребят. У меня есть друг близкий, вот он любит страшно эти машины, и вот он говорит, да пофигу вообще, никаких ноу-хау, все как по-домашнему, все, короче, как было встарь, а машина закрыта, кстати, ну, что-то не открывается, 21 год, Luxury XT6 и 39 тысяч, не знаю, что они ее закрыли, но, может быть, уже просто пендинг стоит, может, уже заказал кто-то. Так, ну, давайте быстренько вот эти два оранжа посмотрим. Фух, я пошел, я еще вернусь на площадку. Значит, у нас с вами Land Rover HSI 54 тысячи, 4WD, и цена, смотрите, 39 тысяч. Вообще, на самом деле, я скажу так, что... А вот эти вот Land Rover, я их вообще тут, честно говоря, первый раз вот сейчас встретил. Почему он LR4 называется, я, честно, не знаю. Деф и деф, да? Ну, короче, какая-то... Не, напишите, кто знает, я просто, честно, я, ну, не знаток в этих вопросах. Кстати, классное состояние автомобиля. Для цены в это еще... Это у нас 3-литровый бензин. Очень неплохой вариант. Так, спорт. Спорт. Это у нас HSE спорт. Диски модные. Так. Слушайте, салон прям в состоянии нового автомобиля. Меридиан стоит. Стоят датчики, что дверь, если у вас там, ну, поняли, да? Если, короче говоря, велосипедист или машина едет, дверь не даст открыться сзади. Прикольная опция, кстати. Сиденье тут прям в состоянии очень неплохое. Ну, грязь, как всегда, ну, грязь тут, по-моему. 28 тысяч пробег. Руль абсолютно живой, посмотрите. То есть, в состоянии нового автомобиля, прям реально порожек, смотрите, нигде ничего никак. Ну-ка, и сколько стоит сие? 22-й год, спорт, 29 тысяч пробег, да, и 67 тысяч, ну, слушайте. Вот это вот, как бы, да. Смотрите, он весь намарафеченный еще такой, его явно не полировали. Он просто в хорошем состоянии. Явно, что машина была вот аккуратная. Аккуратно использовалось. Ну, есть там вот такие вот всякие вот царапки есть. Ну, наверное, да, под полироль. То есть, а так, очень даже. Virginia. Safety approval. Все, ребята, пока-пока. Поехал я дальше показывать кукушку. Ну, давайте Audi. А то как я вот, люди Audi любят, а я им не покажу Audi, сколько стоит. Давайте покажу Q5. Q5 премиум плюс 21 год, 8 тысяч и 44 тысячи. В общем, ребят, Instagram USFM Vans, телеграм-канал USFM Vans. Пишите, следите за телеграм, туда выкладываю цены. И заказывайте, если что, машины, если надо будет, поможем, чем сможем. Пока-пока, спасибо, что были на канале.